Всем привет! Совсем скоро начинаем очередной тренинг по программе Houdini «Быстрый старт». В ней вы узнаете, как работать с основными инструментами по созданию визуальных эффектов. Начиная с базовых вещей, которые нужно знать любому человеку, желающему работать в этой программе, постепенно переходим к детальному изучению работы с частицами, созданию разного рода симуляций волюметриков на основе пайро. Это и огонь, и дым, разного рода взрывы. Не обойдем стороной также и динамику разрушений, как простых объектов, так и сложных многоуровневых симуляций. Работа с кэшем, настройки визуализации и, естественно, научиться работать с симуляциями жидкостей, а также узнаете много интересных фишек и методов работы в данной программе. Все это и многое другое в нашем замечательном тренинге по Houdini «Быстрый старт». Итак, стартуем!